Телю. Да, вы тоже остановитесь, потому что вы тоже будете. Сейчас я скажу, что будете делать. Построились. Так, значит, девочки, по чуть-чуть сюда, на линии. Девочки, эти. Еще, Вика, вперед. И первая. Аделина, вторая. Жасмина вторая. Так. Еще. Еще. Вот так вот. Да, с той стороны. С той стороны, рядом с Андреем. Кто? Руслан. Руслан. Да. Значит так, чем мы сегодня будем заниматься? Андрей, поменяйте. Чем мы будем сегодня заниматься? Значит, если у нас взрослые ребята, они будут разминаться, эти будут разминаться, то есть побежать вместе с ними, а потом вы встанете отдельно, разомнетесь, и я с вами поработаю. А остальные... Значит, разминка, затем повторим страховку. Это обязательно. Каждую тренировку. Можно ставить? Да, можно. Каждую тренировку страховку. Каждую тренировку. Будете бежать, идти, падать всегда. Будете помнить страховку, никогда не будете ударяться. После этого мы поделаем упражнения с мячами, движения, все-все. И затем мы и поиграем. Проиграем. Сколько у нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 человек. Отлично. Значит, 3 команды по 3 человека. И поиграем в регби. В регби баскетбол. Алинерия. Дрек. Ре. Направо. Во. Все. Да, все. Слушай, там проводит. Так. Эти пишут. Предупредили родители, что у вас тренировка? Предупреждайте заранее, что у вас тренировка, чтобы они знали, не волновались. С высоким подниманием бедра. Девочки, расстояние, дистанция. Кто устал, уходит в сторону, идет по кругу и опять становится. Не стоит и идет. Девочки, я вам куплю часы и повешу в раздевалку. Куплю часы и повешу в раздевалку, чтобы вы не опаздывали. Это всегда начало. Да. Образовали круг. Мальчики, вы там вдвоем. Значит, да. Вот смотрите внимательно сюда. Где мы работаем? Значит, Жасмина туда, туда, вот туда. Вот этот круг, смотрите, стоп. Вот этот. Даже не круг, черти что.
Взрослые там разбираются? Куда ближе? Да, вот так вот. Тёпки, идите сюда, дверь. Три камеры. Нет, просто разминаешься, здесь ты разминаешься здесь. Вот так, пошли. Размялись немножечко. Наклоны. Я чтобы я посмотрел, какой у тебя вес, как ты работаешь, с кем тебе лучше давать. А пацаны придут. У вас что, без 15-12 это обед? Без, так уж. Обед, да? А этот ходит, говорит, Николай? Кушай. А этот Кристиан, не знаешь, он у вас в классе, Кристиан? Нет, он в... Он ходит кушать, нет? Выгоним. Большого, нет, да? Если не ходит, ладно, выгоним потом. А, нет, лучше пусть он будет... Ты сам разминайся. Ты же, пусть он так, как у себя разминался, он тренировал, пусть разминается. Потом не забудьте страховку, здесь страховку, там кувырок, то есть сюда, как бы страховка, чтобы я посмотрел. Написка, ничего. Руки на пояс, вращение таза. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять, десять, что-то будет. Наклоны делаем хрен, правый, нижняя. Кого-то не хватает. А, да, на них хватает. Он коронавирусом болеет. Он мешком. Он, да, он его брат болеет. Вроде все нормально у него так. Потому что разные есть. Руки на колени разминаем. Да. А, Руслана есть? Да. Есть. Она пришла в братик. О-о-о, вот я чувствую кофе нет. Что она завтра придет? Ноги вместе разберем. Правую поменяли.
Боже, король. А не я видела. Так, нормально. Говорю. А то, выделяется. На что ты кашляешь? На что кашляешь? На что кашляешь? На два. Все. Алло, где ты, Маш? Говорите. Какие странные люди. Никто не хочет свалиться. Что еще?5
На колени.
конфетную зарплату. Так, все закончили. Все закончили. Повернулись ко мне лицо. Еще раз. Посмотрите. Дай голову. И здесь берем. Берем повыше. Повыше. Второе движение. Стоп. Отдели на носок. Второе движение. Видите, беру где? Наклоняю сюда. Раз. И отойди в сторону. Ей удобно. Она выпрямляется. И я делаю бросок. Стоп. Ноги согни. Ноги согни. Голову согни тогда и не будешь ударять. Еще раз. Стоп. Я сказал, сели. Сели. Еще раз показываю. Я беру за два. Все закончил, эй? Я взял за два. Правая нога впереди. Правая рука вверх. Наклоняю. Раз, локоть поднимаю. Ей неудобно стоять. Она выпрямляется. Вы отпускаете. В эту сторону наклоняете. Раз. И делаете бросок. И держите за голову. Да, одну колонну, расстояние. А девочки,
да? Значит так, я показываю сюда, вы делаете крест. Одну, двое, три. Готовы? Показываю сюда, три сюда. Раз, два, три. Раз, два, три. Да, ты все начинаешь. Сюда. Раз, два, три. Сюда. Раз, два, три. Стоп. Пошире. То есть подвигай чуть-чуть дальше. Сейчас, одну секунду. Ой, падает. Сейчас, одну секундочку. Так. Вы, лицом ко мне. Лицом ко мне. Еще раз. И на инке. И на пой. Посмотрите. И на пой. И на пой. И на инке. Приготовились ко мне. От меня. На пяточки ко мне. Печали, печали. Ну, печали. Пошире. Пошире. Туда. Ко мне. Хорошо. Туда. Ко мне. Туда. 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 Ко мне. И за ним. Следующее. Следующее. Туда. Кто ко мне? Еще. Осторожимся. Хорошо. Приготовились. Три шага. Пошли. Раз, два, три. Сюда. Раз, два, три. Сюда. Раз, два, три. Сюда. Раз, два, три. Сюда. Раз, 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 два, три. Раз, 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 два, три. Молодцы, лицом ко мне. И на ноги, и на пой. Готовы? И на пой. Раз, два, три. Вперед. Назад. Вперед. Назад. 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 Ножки пошли. Вперед. Вперед. Назад. Вперед. Хорошо. Молодцы. Сели туда. Аккуратно. Ну, медленнее. Так. Сейчас. 1, 2, 3, 4. Ко мне. Мальчики, принесите, девочки тоже. Мячи. Ник Молдова там. Ты принес? Девочки, блядь. Причем здесь все? Топ, топ. Значит, еще раз. Один, смотрите, аккуратно борется. Один бросок сюда, руками. Бежим отсюда, сюда. Один бросок сюда. Ксюшенька, дай там, пожалуйста. Ну, можете сбивать. Готовы? Да. Девочки, начинайте туда.